животные, они ближе к Богу. И они очень ощущают. Ну и когда размножается вся животность, иначе будет конец войны. Когда будет, допустим, голод или беда, они первые чувствуют. Они не размножаются, они уходят. И это уже сразу видно по животным. Ну, первый признак войны, когда ты увидишь человека с автоматом. Вот это уже, оно говорят, что этот человек не пришел с хлебом, а пришел с автоматом, значит, будет война. Война пришла, когда мы увидели в центре, там, где детсадик, школа, ДНР поставил блокпост. Вот это уже все поняли, что это идет к войне. И то все время в подвалах сидели, фактически, кто тут жил. А кто уехал, ну, 99% все отсюда выехал. Здесь было все пусто. Ну, что чувствовали? Смерть чувствовали. Ну, что, чем оно чувствовать? Земля двигтела, все летело. Все. Я гухнул, соседская хата, я думал, моя, все, хаты нету, вылез, есть, скажу, ще стоит. Вылез, скажу, сарай горит. И вот жена осталась, я выгнал всю скотину сюда в дверь, и это тем спасло. А сарай сгорел. Мы ходили чумни. Ты понимаешь, это ты ходишь в шоке. Кто был в обстреле, тот может понять, кто не был, тот не поймет. Оно горит, ты ходишь... Ну, как бы сказать, не соображаешь ничего. Ты радый, что живой, и все. Смотришь на все, вот это и все. Если ты был в обстреле. Фактически уходит на... Продаем мы немного то помидоры, картошку такое с огорода в основном. Для того, чтобы вернуть мы полив. За свет, за пахоту, а так у нас вот это, ну, для того, чтобы только что было мне. Вы, ну, как бы сказать, возвращаем то, что мы расходовали, а так выгоды никакой. Вот это, чтобы спахать огород, там продали только помидоры, продадим картошку, там, вот это, чтобы нанять трактор, спахать там, за свет, что поливаем. А так дохода у нас такого нет. Ну, и... За счет этого у нас на столу есть, что есть. Есть, а так нема ничего такого, чтобы сильного дохода. В основном пенсия и все. Мы купили на двоих генератор, со скважины качали. Проблемы с водой такой не было. Нет света, нет, со скважины возьмешь воду. А с колодца всегда есть. Рыбный край. Предмосковских котів. Мечи, бісівську гид прогоняєш, що зі зброєю. Ну, а вот это с 15-го года, когда сделали это самое, Дебальцев взяли и уже все. Тогда все пошло у нас, как бы сказать, животные начали размножаться. Коты, собаки, голуби, там то, все. Это уже о том говорит, что будет мир. От животных. Они, животные ближе к Богу, у них свои чувства. Вот это вот признак такое. Ну, проживаем мы давно, конечно. Малку. Родился я сам в Макеевке, но приехал сюда, чисто в Макеевке, я ничего не помню. А здесь я вырос, в основном пошел первый класс. Школа построилась в 73-м году, я пошел первый класс. Ну а доходы у нас вот коровы в основном. То молоко продаем на хлеб, на сахар и соль хватает. А так доходы, ну как, огород свой, погреб, картошка, закупорка, я считаю. Закрываем, трудимся, работаем, говорю, по-домашнему. Пенсию получаем, ну, вот так и живем, как говорится.
утром встал, накормил, почистил, подоил, вывел, если есть где возможность. На пастбище, зимний период, конечно, в сараях, а так вот на пастбище я вывел, да. Пока солнце, трава пасутся. Ну так, а доход, молоко, вот, проезжаем, ну все, ну а как еще? Ой, вот честно говоря, ну телевизор смотришь, вроде там конфликт. Тут и не думал, что оно и сюда перейдет, но вроде как-то и не задумывался, но потом все ближе и ближе. Не свет у нас, много проводов разрушенных было, еще не было электричества. На лампах еду делали. Газ так такового мы не покупали, бо ни выезда, ни проезда не было ничего. Хлеб привозной был по некоторым дням свинольный. Ну а так в основном зиму ночевали по пагрыбам. И соседи, бабушки приходили. Так и находились. Одеяло брали, свечи. Ну, хорошего мало. У меня вот это упал снаряд прям чисто возле сарая. Хата недалече. Это мне спасло из-за того, что у меня тут сливная яма, и она упала у меня как в глине. Был бы асфальт, оно был, волна тяжелее была. А так, ну хватило того, что оно рядом упало, вот мне и окна снесло, и шифер снес, все. И, ну, короче, хорошего мало. Оно и видно, и по улицам идешь, что там разбит дом, там разбит дом. Там люди не живут, все в зарослях. Многие, конечно, уехали, некоторые приехали. Ну, не знаю. Ну, в общем, это было утром. Тогда, ну, я сильно боялась этого. Я постоянно ходила с мамой за руку, постоянно я ее не отпускала. Вот тут у нас была гардина, елка вот тут вот стояла. Я маме говорила: мама, ну пускай еще постоит. А потом как-то мы пришли, а связи тогда ни связи, ни света, вообще ничего не было. Я пришла, мама пошла в кухню, а я сюда пришла. Я только включаю телефон, позвонить дедушке. А ну как, давай где-то бахать, в той стороне там где-то. А потом все ближе и ближе. У меня так машинально так что-то сработало, я упала вот сюда вот. Лежала и потом услышала большой бах, и тут стекла посыпались. А потом мама зашла. Говорит: давай в погреб быстрее. А я не могу, у нас вот тут стол стоял. Я, в общем, испугалась и под этот стол. Маме говорю: мама, иди сюда. Мама говорит: нет, пошли в ванную. Мы ж пошли туда, сидим, двери же закрыли. А у меня такое бывает, что я, если сильно испугаюсь, перенервничаю, я еще могу и сознание потерять. И там стояла миска с водой. И вот мама, у мамы руки трусятся, мама меня умывает. И я смотрю, в этой воде, ну, от потолка там вот эти камешки всякие лежат. А потом папа пришел, говорит, в подвал. И, в общем, я помню босиком по снегу, ну, там маленький такой снежок был. В подвал сижу, плачу, у меня нервы. А мне соседка, ну, успокоительное дает. Потом я вроде чуть-чуть задремала. И потом я смотрю, у меня что голова болит. Мама смотрит, у меня вот тут вот шишка была. Это я, видимо, ударилась, когда, ну, под стол лежала, ну, бежала. Видимо, ну, как бы ударилась и не заметила. А потом мы пошли, вышла из подвала. И мы пошли, ну вот, смотрите, тут вот все. Я смотрю, сарая нет, сарая упал, окон тоже нет. И вот если бы не елка, вот, которая стояла тут возле окна, может быть, и стекла до меня долетели бы. Вот. Ну, как бы, может быть, и все. Вот. Это я, наверное, или в восьмом классе, или в шестом дома елка. Ну, у меня много друзей поразъезжалось. Очень много. Как бы, и, может быть, с некоторыми я уже и общаться больше не буду. Вот. Но зато мне кажется, что, может быть, я и новых каких-то друзей приобрела тогда, когда я уехала вот с
отсюда, в Константиновку. И там у меня появились ну, очень много друзей. Самые хорошие учителя, которые ну, так именно припали, они уехали. Вот, дай Бог. И вам, и тем людям, которые дают помощь. Вот человек в беде дали нам и мотоблок, и косилку откупил. Денежную помощь, одним словом. Вот в этом доме мы живем больше 20 лет. Здесь дороже, даже в Очеретино дороже, чем в Селидово и в Покровске. Поэтому, если и покупаем, но только в случае острой необходимости, стараемся ехать, покупать все. Потом холодильник, морозилка. Вот в те года, вот буквально перед войной, тоже было трудно здесь вот, и с продуктами, а особенно зимой не завозили. Так у меня есть хлебопечка, сам пек хлеб. Ну, тоже выходим из положения. И тоже сейчас уже ты же где-то спала, ты видала там на столе стояла хлебопечка. Это-то я приготовил на всякий пожарный, думаю, буду печь хлеб. Бабушка не хочет печь с ней хлеб, я буду в духовке. Ну, говорю, ты пеки в духовке, а я буду там. И вот, и то, что на огороде, это тоже большое подспорье. Вначале вылетели все окна. Но только стекла. Рамы еще стоят. Вот. Забивали досками, матрасами. Вот. И крыша. Сначала побила ее с той стороны осколками. А вот как вот это с этой стороны. Вот. Крыша была как решето. Вся в дырках. И даже стены. Ну, стены у нас, я говорила тебе, двойные, и насквозь не пробило. Так не считали, кто там их считал, понимаешь, что дело? Гахнуло да гахнуло. Особенно, я говорю, вот здесь вот, это мы знаем, которые у нас близко. А вот здесь вот, там, и там, и там, и на поляне, и вот там, в том доме три, ну, в общем... Больше 10 это точно. Потому что как начинается артобстрел, так и падают сюда мины. Мины разные бывают, да, и большие, и малые. Ну, короче, вот это две мины, конечно, большие, очень большие упали во двор. А здесь, вот, вон, я же тебе говорю, вон, дерево, два дерева тем, с осколками посечено, они засохли. Все ночевать сюда. Днем как-то мы тут не так боялись. Но бывало, что и днем сюда заходили все. А у тех во всех погреба у нас погреба нет. У нас вот этот цоколь, у нас даже вот картошку не в погребе. У нас машина, под машиной яма смотровая. И мы вот там сыпаем картошку такую. Ну, которая на зиму, которая вот как бы сейчас кушать, у нас там, я покажу, маленький есть погребок. Вот. Поэтому нам некуда было прятаться. Ой, света не было вообще целый год. Мы постоянно были без света. А теперь протянули, а раз есть свет, у нас все есть. И отопление, и вода, и готовить, печка, все.
Так, пошли со мной. Пошли. Муж умер в 13-м году, а после войны, когда мы приехали с Артемовска, все было разбито, разрумлено, хозяина не было. Нам Коля ходил помогать. Ну, так мы вот остались вдвоем. Он нам поддержал нас после войны. Ну, как мужчина, мы с Линой вдвоем, дети, некому было поддержать. И вот Коля нам поддержку, и так вот мы и остались вдвоем. У нас тут в Мироновке ничего сюда не привозят, потому что вот эти блокпосты, и как раньше нам привозили цыплят, поросят, утят сюда, машинами возили. А сейчас через вот эти блокпосты люди не хотят ехать через проверку, через эту. И приходится нам туда ехать и вот это все покупать, так как у нас вот этого ничего нету здесь. Заходим. Не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки, днем солнце не поразит. Когда вот эта стрельба, мы не думали ни за питание, ни за электричество, ни за воду. Мысль одна была, лишь бы не попала в дом, лишь бы мы выжили. Господи, помоги. И прекратите эти стрельбища, чтобы оно прекратилось. Понимаете, вот нервная система отключалась от вот таких условий. Нас тогда как-то не интересовало. Ну, когда вот это уже затихало, да, мы потом же сидим, ну, затихло, а что ж дальше? Телефоны посадились, а что ж дальше? Где ж надо зарядить, там, бежи туда, бежи сюда, пронеси воды, где-то что-то, а ну спроси, где там свет, да, вот поехали там бригады ремонтировать, уже как-то начинали включаться и переживать начинали, чтобы вот это все как бы что-то сготовить, там подзарядить телефон или что-то так вот. Через два дома упало там снаряд, разнесло полдома. И тут через полдома тоже разнесло полдома. А у нас окна повредились. А у нас все это, ну как, вакуум создался и потрескало. Ну, правда, крыша на месте, а вот это окна повылетали. Интересно, я прошел вот это. Ну, самый особенный момент, когда мы ехали в автобусе. Потому что в то время я боялся за свою сестру и за свою бабушку, то, что мы ехали по дороге и мог бы упасть где-нибудь снаряд. Я этого больше всего боялся. Коля, вставай! Ты кто, пацан? Ну, я сидел дома в коридоре у стен. То, что в подвале было холодно. Ну, и мы сидели, пережидали войну. То, что когда я только собирался идти в школу, бабушка моя увидела то, что снаряд попал к соседу прямо в огород. Ну, мне сказали, сиди дома. Я сидел, потом начали стрелять. Мы сидели все дома, энергетиков. У стен мы боялись сильно, и был автобус. Вторая попытка на Артемовск, ну, на Бахмут. Угу. И мы туда поехали, и потом прошел месяц где-то так. Мама туда поехала на неделю, и осколок прям залетел в стекло и пробило комень, ну, стену немножко, там дырка. Дракошка тут? Стрелка. И вот дырка. Туда вот так вот идет. Потом как-то нам вот это ждали человек в беде, гуманитарную помощь, индюков дали по 20 штук, и комбикорма, мешочек дали, потом еще перечислили там 550 гривен, то мы взяли их держать. Ну а потом вот это ж держали индюков, и потом вот это попали на заявление я заполняла на грант, просто и не думали, а вот так попали на эту помощь. Ну, благодаря вот так вот чуть-чуть подкупили. Ну, а так с
самим не с чего, просто не с чего купить его. Мы бы держали, но нам его не с чего было купить.